стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта, такие как диспепсия, у значительного процента. По ряду исследований даже более половины пациентов показывают при пролонгированном приеме. Язвенные поражения желудка или двенадцатиперстной кишки тоже, вы видите, до трети пациентов показывают, даже при использовании на протяжении не лет, а месяцев. Тяжелые осложнения, кровотечение, перфорации, обструкции. Ну вот это проценты, если берется суммарный прием НПВП, если длительный прием, этот процент даже и выше. Подобные проявления могут возникать при приеме различных НПВП достаточно часто на фоне применения диклофенака, что специально в этих документах, о которых я говорил, указывается. Факторы риска развития язвенных поражений при приеме НПВП. Основные факторы риска. Пациент старше 65 лет, и эти пациенты именно поэтому в том числе заслуживают применения ингибитора протонной помпы. Наличие в анамнезе язвенных поражений, одновременное применение нескольких нестероидных противовоспалительных препаратов или высоких доз одного препарата. Сотрудники компании ИПКО, вам негде было поговорить до того. Ну, сопутствующая терапия.